Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Ремонт Рено». Сегодня мы хотим рассказать, как правильно подобрать фильтр очистки воздуха в двигатель на Рено Дастер. Мы расскажем про три основных двигателя: 1.6 2 литра 16-клапанный бензин и 1.5 дизельный DCI K9K. Начнем с 1.6 бензинового мотора K4M. Там устанавливается вот такой вот фильтр. 051 его называют. Ну, номера будут выложены на канале. Вот такого вот образца. Сразу хочется отметить, такой же фильтр идет на 16-клапанные Логаны. Такой же фильтр стоит на Lada Largus 1.6 16-клапанный. Такой же фильтр стоит на всех практически 1.4, 1.6 16-клапанных Меганах первых. На 16-клапанном Симболе. В общем, у этого фильтра просто огромное применение. И поэтому даже на 2-литровом Дастере, то есть 2-литровом F4F, стоит такой же фильтр. Хочется отметить, что не обязательно, кстати, в случае с воздушным фильтром брать оригинал. Очень часто люди берут Siptec, вот очень хороший, дешевый фильтр. Goodwill, достойные фильтра делают, цена-качество. Ну, если есть возможность, конечно, лучше взять оригинальный фильтр Renault. Еще раз, значит, мы отмечаем. На 2-литровом и 1.6 бензиновых моторах стоит вот такой вот фильтр. Трапеция. На дизельном моторе K9K 1.5 DCI устанавливается фильтр несколько другого образца. Оригинального сейчас нет. Покажем на примере фильтра Bosch. Номер каталожный вот такой вот. Он выглядит как на Логане, похож на дизельный Логан тоже, на все дизельные моторы. Но на Дастере он свой. Каталожный номер на канале будет выложен.